До 5,5 миллионов тонн нефти в год «Газпромнефть-Хантас» увеличивает объемы добычи на месторождении Александра Жагрина в Кандинском районе. Это стало возможным благодаря введению в эксплуатацию установки подготовки нефти. Торжественная церемония запуска нового технологического комплекса состоялась в Ханты-Мансийске. Современный производственный комплекс введен в эксплуатацию за 2 года. Это значительно превышает средние показатели по отрасли. Проектирование и строительство установки осуществлено с применением 3D-моделирования и высоких стандартов по производственной и экологической безопасности. При этом порядка 90% всего оборудования отечественного производителя. Буквально, наверное, несколько месяцев назад, учитывая в целом ту политику, которая происходит сегодня в мире, и беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, нам предрекали, что экономика наша встанет, крупные компании перестанут инвестировать, и у нас возникнет экономический коллапс. Сегодняшнее мероприятие подчеркивает, что компании двигаются вперед, принимая самые верные стратегические решения, продолжают инвестировать. Современный производственный комплекс введен в эксплуатацию за 2 года. Это значительно превышает средние показатели по отрасли. Проектирование и строительство установки осуществлено с применением 3D-моделирования и высоких стандартов по производственной и экологической безопасности. При этом порядка 90% всего оборудования отечественного производителя. Буквально, наверное, несколько месяцев назад, учитывая в целом ту политику, которая происходит сегодня в мире, и беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, нам предрекали, что экономика наша встанет, крупные компании перестанут инвестировать, и у нас возникнет экономический коллапс. Сегодняшнее мероприятие подчеркивает, что компании двигаются вперед, принимая самые верные стратегические решения, продолжают инвестировать и развиваться. Месторождение имени Александра Жагрина – флагман кластера «Зима», одного из новых и перспективных активов «Газпромнефти». Общая площадь кластера – более 5000 квадратных километров, геологические запасы – 840 миллионов тонн нефти. Здесь не только разрабатываются залежи традиционной нефти, но и изучаются труднодоступные запасы. То, что здесь мы встретились с трудноизвлекаемыми запасами, это здорово, поскольку вы знаете, что компания «Газпромнефть» является одним из лидеров по работе с трудноизвлекаемыми запасами. Вот на данный момент, если посмотреть на объемы добычи, 40% нашей добычи как раз приходится на трудноизвлекаемые запасы. А если говорить об объемах новой нефти, ну, та нефть, которая с новой мощности, которая вводится в эксплуатацию, то этот объем доходит до 80%. Поэтому все имеющиеся технологии, оборудование, навыки, компетенции, экспертизы у нас есть. Установка подготовки нефти – сердце месторождения. Именно здесь сырье проходит все этапы обработки. Новый технологический комплекс повысит эффективность добычи и даст возможность дальнейшему развитию целого кластера «Зима». Прежде чем стать готовым продуктом высшего качества, необработанную нефть нагревают, отделяют от воды и очищают от примесей. Чтобы управлять этим сложным процессом, в компании применяют самые современные технологии. Что характерно для месторождения, оно является полигоном для апробации новых подходов, которые в последующем будут применяться на активах дочернего общества, а также могут быть тиражированы в периметре компании. Практически весь рабочий процесс автоматизирован. Данные из датчиков телеметрии мгновенно поступают в операторную. Здесь осуществляется ежесуточный контроль. Любое отклонение от заданных параметров отобразится на экране. Оператор может дистанционно задавать режим установки либо отдельных аппаратов. Загрузку сырья, подачу реагента, откачку товарной нефти. Управлять промыслом помогает цифровой двойник месторождения. Специалисты контролируют процесс, а искусственный интеллект рассчитывает оптимальные сценарии добычи, подготовки и транспортировки черного золота.
те технологии, которые применяются на данном месторождении, те цифровые инструменты, которые используются при работе с данным месторождением, та методология, которая применяется, они делают его, как я уже сказал, уникальным. То есть там все обеспечено на уровне мировых стандартов. Запуск установки подготовки нефти – результат внедрения новых технологий и совместных усилий компании «Газпромнефть» и автономного округа. Правительство Югры оказывает максимальную поддержку крупным инвестиционным проектам. Важно, еще раз подчеркну, что открытие каждого месторождения, запуск его в промышленную эксплуатацию – это влияние на то, чтобы минерально-сырьевая база нашей страны носила устойчивый характер, вот, и имела тенденцию на развитие. Марина Селезнева, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск, Кандинский район.